Анна Седокова в третий раз выходит замуж. Анна Седокова призналась, что собирается в третий раз выйти замуж и сейчас готовится к предстоящей свадьбе. Еще в марте 2017 года Анна Седокова рассказала своим поклонникам, что получила предложение руки и сердца, на которое ответила согласием. Теперь певица подтвердила новость официально, заявив, что собирается в третий раз выйти замуж. «В вопросах семьи я достаточно консервативна», – говорит Анна. «Я считаю, что главный в семье – мужчина, а роль женщины – помогать, поддерживать, оберегать, заботиться и любить. Я 2 раза была замужем, сейчас выхожу в третий раз», – рассказывала знаменитость в одном из недавних интервью. Несмотря на многочисленные новости о том, что в отношениях Анны с новым возлюбленным не все так гладко, пара, судя по всему, счастлива быть вместе. Певица призналась, что она и мужчина, от которого она родила сына Гектора, рады пополнению. «Мы с его папой счастливы, что так случилось. Оба безумно любим сына». Также допытливые подписчики и поклонники Анны Седоковой выяснили, от кого она родила ребенка и за кого же она выходит замуж. Так в интернете появилась информация, что ребенка певица родила некому Артему Комарову, который младше ее на 9 лет. По сообщениям источников, Артем – сын богатого бизнесмена. У него есть ребенок от первого брака, и он член совета директоров одного из крупнейших предприятий России.